Во Владимире в это воскресенье отметят день рождения Деда Мороза. Праздник состоится 18 ноября на Георгиевской улице. В его рамках пройдет конкурс на лучшее поздравление Дедушке Морозу. Письма, открытки и подарки обязательно с контактными данными, чтобы можно было связаться с конкурсантами, будут приниматься в течение всего праздника с 11 до 16 часов. Авторы самых интересных, оригинальных и творческих поздравлений будут приглашены на открытие рождественской ярмарки на Соборной площади, где ребята из рук Деда Мороза получат подарки. Кроме того, в день рождения дедушки на Георгиевской состоится большая интерактивная программа. Самые активные участники смогут выиграть бесплатные билеты на новогодние представления и аттракционы.